В любой компании есть десятки стандартных рабочих процессов. Согласование платежей и договоров, оформление командировок и отпусков, обработка обращений клиентов, работа с кадрами. Конечно, по каждому из них вы можете создать обычную задачу и в комментариях задать вопросы по ней. Но есть вероятность, что вы обратитесь не по адресу. Придется отвлекать коллег и тратить время на уточнение информации. А когда задача будет выполнена, она просто затеряется среди остальных. И если понадобится поднять вопрос, придется повторять все заново. Неудобно. Чтобы стандартизировать типовые задачи, в Pyrus есть формы. Такие задачи создаются по единому шаблону. Автору задачи по форме будет сразу видно, какие данные надо заполнить. И ему даже не нужно знать адресата. Задача попадет кому надо с помощью настроенной маршрутизации. Давайте создадим такую форму для запроса справок. Готово. Теперь добавим в форму поля. Кому нужна справка? Куда? Какая именно? И на какой период? Можно указать срок, к которому нужна готовая справка, и предоставить возможность приложить ее скан. Ряд полей можно сделать обязательными для заполнения. То есть без этой информации создать заявку не получится. Теперь давайте назначим согласующих по процессу. Для этого откроем редактор маршрута и добавим этап согласования. Добавим условие, что если сотруднику нужна справка 2 НДФЛ, заявка уходит в бухгалтерию. А если с места работы, то в отдел кадров. Сохраняем. Теперь просто заполняем форму. А задача сама уйдет куда нужно. И ответственный за нее ответит вам прямо в ней. Все задачи по форме собраны в реестре. А детальную статистику можно просмотреть в сводке. В Pyrus есть около 20 готовых шаблонов для большинства типовых процессов в компаниях. Продажи и клиенты, кадры, финансы и бухгалтерия, HR и рекрутинг, IT и разработка. Попробуйте настроить свой первый бизнес-процесс в Pyrus. Это очень удобно.